Вы зашли на только на сайте AnastasiaDate.com. Я хочу вам рассказать одну историю. Однажды я пришла в гости к своей подруге. Ну, знаете, как это бывает. Сидели, разговаривали, пили чай с ромашкой, вспоминали разные случаи из жизни. Время летело быстро, на улице уже было темно. И мне пора было уже возвращаться домой. Я вышла на лестничную площадку и пошла в сторону лифта. Когда я подошла к лифту, мне даже не нужно было нажимать на вызов. Двери лифта сами открылись передо мной. И я зашла в лифт и нажала кнопку первого этажа. Ехать было долго. Подруга жила на последнем этаже 16-этажки. Я проехала буквально несколько этажей, и вдруг лифт застрял. Я начала нажимать на кнопки, но ничего не происходило. Лифт стоял. Я хотела взять свой мобильный телефон и позвонить кому-то за помощью. Но, к моему сожалению, сеть в лифте не ловила. Я испугалась. Я начала думать над тем, что же мне делать в этой ситуации. И вдруг свет погас. А если тебе интересно, чем закончилась моя история, напиши мне в чате, я тебе расскажу.